Скажем слава Богу. Аллилуйя Ему. У меня есть стих, дорогие мои, о благочестии. Но перед этим я хотел немножко напомнить от Слова Божьего. Иакова 1:26-27 написано: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». И еще скажите мне, что лучше, давать или принимать? Бог говорит, блажение давай, правда? Блажение, то есть это блаженство, это будет тебе вписано. А если ты только будешь только брать, или мы будем брать, то это нам не в пользу будет. И еще одно место есть. Второзаконие 15:7. «Если же будет у тебя нищий, кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руку твоей, твою пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, во всем, что будет делать-то твоими руками». Смотрите, как мудро сказано, правда? Значит, это даяние, Бог, Он, как говорится, говорит, что будет воздаяние от Бога. Не человеческое, не ждать надо нам этого человеческого. И еще одно место, это Даниил. 4:24, смотрите, «Посему царь», то есть был царь такой, он был такой жестокий, грозный был, но он поступал несправедливо. А мы знаем, что был Даниил, кто он такой был? Он был муж Божий. И вот он что ему сказал: «Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Ну, кажется, это немного, правда, сказано? Но оно мудро сказано. Да положит каждый из вас, и я в том числе, в сердце твое, чтобы мир наш, он был Божий в нашем сердце. И если мы будем, как говорится, открывать твою руку, Бог восполнит, Он воздаст. И вот еще есть такой момент, что Бог, Он посылает времена благополучия и времена голода. Та же. Время мира и время войны. Написано: всему свое время. И то есть люди испытывают в это время во всем. В это время. Во время голода, во время изобилия. Человек испытывает это. Как вы думаете, так или нет? Испытание идет, но опять же, если мы это понимаем, ходим по Божьим путям, то мы будем поступать так. И вот у меня стих. Ну, не стих, а это поэма «Может все измениться вдруг». «Шла война, и жили люди бедно, но Господь своих не оставлял. И когда бывало очень сложно, каждый к Богу искренне взывал. Новогодний вечер, в доме тихо, дети спят, лишь на коленях мать. Боже, нас постигло злое лихо, нечем малолеток мне питать. Целый вечер деточки просили: мамочка, покушать дай что-нибудь, кушать хочется, терпеть нет силы,
Нам никак голодным не уснуть. За обман меня прости, о Боже! Их утешить лишь желала я. Сварится на печке картошка чуть попозже. Полежите тихо, говорю я им. Им я говорила, пряча слезы. Что мне дать, коль ничего уж нет? Скоро придут зимние морозы. О, Господь, сохрани от бед. За окном уж темнота сгустилась, мать не поднимается с колен. О, яви Всевышний детям милость, дай с надеждой встретить новый день. В это время в соседнем селе христиане собираются на новогодний праздничный ужин. Уже выставлен на столе, у хозяйки запасов довольно, доброхотно встречает гостей. И вдруг перед женщиной хлебосольной ангел встал и вещает ей: много пищи в твоей кладовке, а в соседнем селе вдова варит камень вместо картошки, уложив детвору на кровать. Хлеб, крупу, отнеси и масло, на пороге всю снеть сложи, проявить к беднякам участие, это всемогущему послужить. О, конечно же, я готова, слышит ангел ответ ее, в послушании Божьему слову я исполню все. Утро. Первым лучом рассвета смотрит в окно, пора вставать, мыслит мать. Вот проснутся дети, будут хлеба просить опять. В доме холодно, надо печку протопить. Вышла из дому, а на пороге три пакета стоят. Что же это? Продукты! Боже, ты ответил мольбе моей. Мы сегодня покушать можем, приняв милость руки твоей. Детки милые, просыпайтесь, хлеб нам Божьей десницей дан. На коленочки скорее вставайте, чтобы Богу хвалу воздать. Изумленные видят дети лук, картошку, хлеб, крупу, масло. Разве все это не чудесно? Много пищи на их столе. И потянули детки к хлебу, а в глазах слезы блестят. Слава Господу, слава небу! Мать, обняв детей, говорит: ешьте, детки, с благодарением. Божьи люди на свете есть. Кто-то сделал благотворение к славе Божьей и в Божью честь. Дети с хлебушком ели кашу. Как же счастлива мать была! Ее горькая вдовья чаша привкус сладости обрела. А под вечер, перед Новым годом, мать и сытые детки с ней обращались в молитве к Богу, прославляя царя царей. Добрые люди, время злое, время голода унеслось далеко в былое. Изобилие дает нам Бог. Только б нам не остыть душою, сострадание не растерять. И такие истории стоит нам всем напоминать. Не всегда изобилие будет, может вдруг измениться все. Люди добрые, Божьи люди, презирайте вдов и сирот. Благочестие да будет в силе. Тем, кто ныне живет в нужде, уделяйте от изобилия, поучаствуйте в их судьбе. Пусть же Господу благодарность изливается там и тут. Отдавать – это радость, это истинной веры труд. Аминь. Да благословит каждого Господь.